Так, друзья, всем привет! Сегодня хочу показать свою кормушку для птичек. Значит, вот такая кормушка. Пока птички не испоганили снежок на ней красивый, который сегодня выпал. Поснимаю, думаю. Как обычно. Ой, как тебя снять так, чтоб... В общем, сало Adidas. Ну что не сделаешь, заради пташок. Значит, сделано с обычных реечек. Я когда-то работал в одном заведении. Была там рядом циркулярка постоянно. И в свободное время просто стружил там одно. В общем, 2х2, например, брусочки. Обрезал эту фасочку, снимал вот здесь вот. И потихоньку собирал, короче. Не в ласточкин хвост, но как бы вот так видно оно здесь. В срубу. В общем, оно от времени она уже покосилась. И до 4, наверное. Слегка. Угла нет 90, но это не принципиально. Насыпал семечек. Здесь такой балкон сделал прикольный. Для птичек. Перед окошком поставил. Здесь палочка, чтобы садиться. Им было удобно. Но они, как бы, я думаю, не парятся. Хотел еще поделать сюда рамы. Типа окна. Но они отсюда тоже хватают семечку. Там, что насыпешь? Хлеб. Так что это что касается моей кормушки. Стоит перед окошком, я так закрыл, чтобы вам было меньше видно. Сверху такая прикольная шапка у нее. Значит, на крыше здесь там все чётенько зарезано. Вот Etinax обычный, черный. Он не пропадает, не портится, никакое железо там. Вот так. Здесь, а здесь арочки такие повырезал. Это обычный, короче, делать нечего. Обычный малярный нож. Ничем не... Просто остренький малярный нож. Пока мясорейка была сыроватая. Ну, скажем, не сухая. Все прекрасно вырезалось. Три полуарки таких получается. И здесь типа вход такой. Ну, делал чисто для, скажем, красоты, чтобы декоративный был домик. Там крышу связал. Значит, как ее так показать? Вот. Обычными гвоздиками поприбивал, короче, маленькими. Вот здесь даже вот один вылез. Ничего такого хитрого, скажем. Так что кормите птичек. Всем пока.